Всем привет! В этом ролике я хочу немножко заняться, так сказать, благотворительностью. Сегодня я буду ездить по всей карте, искать новичков и буду скупать у них машины по высоким ценам. То есть буду предлагать максимально большие цены за эти автомобили, будем смотреть реакцию и, в принципе, посмотрим, будут люди продавать мне свои автомобили. Ну а в начале игры, конечно же, вводите мой промокод, промокод Полканов. Его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании. Под видео. Я вам в свою очередь желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всех обнял, приподнял, приятного просмотра. Итак, ребятки, первый игрок, которым я подъехал, это получается Олег, он был на Мерседесе, на лупатом, я ему предложил сначала 2 миллиона, он не соглашался, я потом ему предложил 3 миллиона, он тоже не соглашался, по итогу, как оказалось, эту машину ему подарили, поэтому он сказал то, что подарки как бы не продает, хотя он бы мог заработать неплохие деньги, потому что 3 миллиона за данный автомобиль, это реально много. Следующий игрок, которому я подъехал, это был Даниэль, у него был Фиат. То есть я реально с ним долго общался, я ему предлагал сначала 1 миллион, он не соглашался. Я ему предлагал 2 миллиона, он не соглашался. 3 миллиона, он не соглашался. Он просто говорил то, что как бы я в этом вижу подвох, зачем тебе покупать эту машину за 3 миллиона там и так далее. То есть он мне просто не верил. Он боялся то, что я как-либо его обману, либо как-то, знаете, забачу там и так далее. Ну вот и первый автомобиль, который я смог приобрести, это получается шестерочка. Я встретил этого парнишку в Батырево, я с ним немножко пообщался, говорю, давай у тебя заберу шестерочку там за 2 миллиона. Он как бы, недолго думая, согласился, просто сразу сел ко мне в автомобиль, и мы с ним поехали в нотариус. У него просто даже не было денег на комиссию, понимаете, я ему даже дал 100 тысяч, чтобы он мне продал эту машину, и он мне благополучно продал свой замечательный просто автомобиль под названием ВАЗ-2106 за 2 миллиона рублей. Следующий автомобиль, который мне удалось купить, это получается Mercedes E500, он же Волчок. Я просто выехал с дома, смотрю, тут пацанчики на Мерседесе рассекают, я думаю, поеду к ним пообщаюсь, как бы, и по итогу я с ребятами договорился, то что я заберу ихнюю машинку за 3 миллиона рублей. В итоге я успешно купил у них автомобиль за 3 миллиона, да, данный автомобиль стоит 1 миллион, если я не ошибаюсь, в автосалоне, я его купил за 3 миллиона. Самое интересное, то что эти ребята, как бы, сразу сказали то, что отвези нас, пожалуйста, в Mercedes, мы себе купим два таких новых автомобиля. Здесь, получается, я катался по Арзамасу, думал, сейчас кого-то найду, вижу, стоит розовая машина, стоит рядом девушка, думаю, подъеду, спрошу, возможно, она мне ее продаст. По итогу, я сначала ей предложил 2 миллиона, потом 3 миллиона, потом 5 миллионов, но по итогу она не согласилась. Это ее любимая там машина, туда-сюда, то есть данная машина стоит в автосалоне, по-моему, 1,5 миллиона. Но хотя, могла реально заработать денежку и купить себе еще один такой автомобиль, даже два автомобиля, и денежка у нее еще осталась. Следующий автомобиль, который я приобрел, это получается Приора, который еле догнал. Пацанчик реально Шумахер страшный, просто в повороты, с ручником залетает. Приорка у него такая заниженная, симпатичная. Мы с ним отъехали, пообщались, я ему говорю, что давай я тебе куплю машину. Он говорит, да, хорошо, как бы поехали. Забрал ее за 2 миллиона, такая Приорка стоит где-то, ну, 400 тысяч там в автосалоне она стоит. Здесь я, получается, ехал, вижу, какая-то тачка просто летит, морковка. Думаю, подъеду, спрошу, возможно, он мне ее продаст. Я ему предложил 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов, но по итогу он мне ее не продал. Хотя такие автомобили стоят там до 2 миллионов. Он сказал 10 миллионов. Очень сильно дорого. То есть, да, я там могу купить машину в 2-3 раза дороже, но покупать машину в 5 раз дороже, это как бы уже неразумно. Поэтому я отказался. Также я встретил двух ребят, получается, на пятерочках, дрифтовых, заряженных. И я хотел у них купить эти автомобили по 2 миллиона рублей. Но, к сожалению, у них, получается, было КД, эти машины они купили недавно. И когда ты покупаешь автомобиль, там КД 1 час. Ну, как бы час я ждать не мог, поэтому я считаю, то, что это просто не судьба. Следующий автомобиль, получается, Нива. Я пацанечка встретил на вокзале в Батырево. Он заходил в туалет, я его как бы увидел, подъехал. И решил поинтересоваться, продает он машину или нет. Как вы понимаете, он согласился, мы поехали в нотариус, и я благополучно купил этот замечательный автомобиль под названием Нива. Ну и последний автомобиль, который я приобрел, это получается Чипырка. Вижу, едет просто стилевый пацан.
По итогу мы поехали в нотариус, я у него забрал этот автомобиль, это еще мой подписчик, если ты смотришь, то привет тебе, хотя я ему говорил то, что я не ютубер, просто не хотел палиться. Ну что ж, ребятки, что мы имеем по итогу? Первый автомобиль это получается шаха, просто обычная шаха. Следующий автомобиль это получается вот такая вот заниженная приора, у него просто занижение, там первый чип стоит, больше ничего у него в принципе нету. Итак, следующий автомобиль это Mercedes, волчок, такой себе обычный набор, знаете, там валяется рыба, всякие семена, удобрения. Следующий автомобиль это у нас чипырка. Здесь стоит получается занижение, развалы, чип, бак там и так далее. То есть полный фарш, можно сказать так. Ну и также была Нива, которую я просто слил в ГОС, потому что она занимала место. Самое интересное то, что данные автомобили я буду разыгрывать на стриме, поэтому приходите, у вас есть шанс забрать какой-то из этих автомобилей, которые я сегодня покупал. Ну что ж, ребятки, на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, то, что вам понравилось это видео. Извиняюсь за то, что я переозвучил ролик, потому что, честно, запись очень плохо получилась. Там меня как бы то плохо слышно, то игроков плохо слышно было. Поэтому я решил все свои действия просто переозвучить и таким образом сделать видео. Если вы хотите в будущем видеть подобные ролики, то давайте наберем на этом видео 150 лайков. Я буду очень благодарен и пойму то, что вы хотите продолжение, чтобы я снова скупал автомобили у новичков по очень дорогим ценам. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.